Он внизу, он внизу. Внизу? Есть! А, что есть? В попе шерсть. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Куёка, Гуф, Кокоас, Чебузаврик, Стрелок. Хлопцы, поздоровайтесь. Всем привет, яблечки. Ребята, вышла новая карта, Серега ее нашел и скинул для того, чтобы мы записали на ней прятки. И будем не только записывать прятки, а и классные рубрики. Карта называется FNAF 3, она просто гигантская, я вам сейчас все покажу. Поэтому, если пятик, кушайте, приятного аппетита, а у нас прятки на карте FNAF 3. Погнали. Так, пацаны, надеюсь, вы хорошо запрятались. Смотрите, какая крутая карта, она просто крутецкая. Специально, ребята, взял такого аниматроника, чтобы вы слышали, что я иду. Так, так, так. Серега, я тебя первого найду, кстати. Почему? Я даже... А я знаю, где ты заныкался. Где же? В подвале. Да, угадал. Конечно, я угадал, вы все, наверное, в подвале позаныкивались. Конечно, мы все в подвале прячемся. Так, 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 так. Давайте возьмем вот этого аниматроника. Так, подождите, подождите. Я кого-то вижу. А я кого-то вижу, а ты не видишь. Давай, ну выходи, ну пожалуйста. Пожалуйста, очень сильно. Ну не бойся, я тебя не буду сильно кусать, я тебя за жопу покусаю. Я тебе помогу найти человека. Хорошо, говори, где он, я его найду. Хорошо, давай тебя приведу. Давай, вот ты говно. Ты пойдешь со мной его искать, ты что думал, со мной договориться, я аниматроник, и я очень злой. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать ролик, заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, записать, но при этом должен быть лицензионный Гаррис Мод. Обязательно. Так, здесь я вижу есть вентиляцию, но они как-то регулируются здесь из подвала. Что это они было? Открыты или нет? Что это было? Кто-то палится. Так. Кстати, тут ссылочки на Гаррис... Ой, на Gravity Falls. Да? Да, я вот вижу. Так. Подождите. А! Куёка, это ты с тулганом стрелял? Не, нет. Ищем, ищем, ищем. Давай, побежали. Блин, ты такой страшный, как и я. Боже, да. Какие мы уроды с тобой. В семье без... Не без уродов. Да. О, тут-то как-то шторы для Фокси сделаны очень стрёмно. Как будто это баг, но это нет, не баг. Так, ну что, Куёка, давай, может, будем спускаться уже в подвал? А я нашел Гуфа. А где он? Тут наверху где-то? Смотри, смотри, Дима, все, взял пропы и не застроился. А-а-а, хитрый, стой. Отойди так, отойди. У меня есть один человечек, который его сможет убить. Правильно. Да. Я могу тебя убить в ляжку. Так, ну что, ребята, нас уже трое. Честно, я думал, вы, ребята, будете намного лучше прятаться. Но вы запрятались, как какие-то рахиты. Я, получается, вам помогаю? Да, 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 да. Давай, у нас будет три бешеных аниматроника. Так, пацаны, идемте, короче, куда? На лифт спускаемся вниз, наверное, все вместе. Да. Обследуем эту карту, она просто гигантская. Ребята, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы сразу о ней запишем. Аниматроники пугают охранника. Вы поймете почему, когда мы ее покажем вам полностью. Кстати, смотрите, здесь вот эта комната охранника, она разделена на две комнаты. Теперь можно сделать дверь, тут поставить дверь. И поставить вот здесь дверь. И все, и прятаться. И в шкафу еще даже можно запрятаться. Это уже очень круто. Подожди, подожди, а тут никто не ныкается? Так. Удалить. Да, это было очень примитивно. Блин, тут такой подвал гигантский, вы все позаныкивались. Так, я вас жду в лифте, вы где? Бегу. Может, не знаете, где лифты? Я знаю, бегу. Тут все лифты. Я знаю. Так, 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 слышу, убегут уже. Да-да-да, вон бежит, бежит, челепиздрик один. Мы вообще влезем такие жирные в лифт? Так, я подрублю невидимку. Серега, мы едем к тебе всей бригадой. Давайте, жду вас. Так, Куёка со мной? Ладно, поехали, пацаны пока дойдут. Подождите. А все, чуть-чуть там не успел ты. Смотри, какой лифт медленный, как реально, да, едет? Офигеть. Сейчас застрянете еще. Нет, тут он даже механизмы есть, представляешь? Так, приближаемся к Сереге. Я даже слышу запах папайруса. Ты же за папайруса или фантом? Ты кто ты там за это? Я уже забыл, Лефти. Срефти я. Какой Лефти, ты девочка, ну. Лефти.
Так, буду удалять двери на своем пути. О, не зря. Ого, здесь подвал. Он просто гигантский какой-то, хотя это только часть. Серега, я иду, я иду. А скольких нашли? Иди, иди. А, нашли четверых еще, а двое, трое ныкаются. О, я живой еще. Да-да-да, ты еще живой. Да, и хитрый звук. Так, подожди, тут никого нету. Насколько я знаю Серегу. Это я, дурачок. Ты хоть успокойся, псих. Так, подожди, тут есть вроде другая часть карты еще. Там никого нету? Нет, нету. Ладно, выходим. Подожди, а это я где? Ой, тут темно. В Караганде. Там темно. И страшно, и воняет говно. А я могу заспавнить что-нибудь? Источник света. А, его надо сначала поставить еще. Я помогаю аниматроника. Пацаны, давайте, я буду вам подсвечивать. Подождите, а что там? Я не могу попасть. Так, Серега, я тебя найти не могу, ты где? Я прячусь, где? Я тебя найду. Найди. Подожди, а тут подвал, только один вход в подвал? Больше никаких входов нету? Нет, есть еще один скрытый через канализацию. Канализацию? Но он объединяет, да? Ой, да. Так, тут никого... О, полезли, значит нам вентиляцию надо, точно. Отлично, лезем, лезем, объединяемся. Да. Как-то Бонни очень прикольно лазит, двумя руками одновременно, как будто плывет. Ой, смотрите, прикольная часть карты. О, давай возьму другое оружие, которое прям будет подсвечивать жестко. Сейчас. О, давай. Оно называется Underhell. Вот это оружие вообще жирное. Смотри. О, нормально, нормально. Прикольно, да, светит? Да. Давай, иди вперед, я буду светить тебе. А, чёрт. Так, осторожно. Что это за лабиринт такой? О, Дим, иди сюда. Тут огромное место прям. Темное еще. А ну-ка. О. Так, удаляем дверь. Ух ты, ничего себе. Удаляй вентиляцию. Полезли. Ого, стекла повылетали там. Хорош. Так, фонарик, фонарик. Вам хорошо видно от фонарика? Да. Отлично. Так, а представьте нам тупик, и мы зря лезем. Тут тупик. Серьезно? Да. Все погнали обратно. А подожди, может внизу решетку можно удалить, нижнюю вот эту вот? А ну. Попробуй удалить ее. Нет, нельзя. От блин, ну ладно, вылазим назад, так бывает. Серега, ты че тут запутал нас? А стоп, я один остался или кого-то еще не нашли? А, не, походу ты один остался. Не. Кому? Еще стрелок остался вроде. Ой, я нашел в канализации! Я не могу его достать, он нас зарешил. А кто там? Кто там? Серега! Серега! Ну нафиг, я текаю. Не Серега, тикай, мы идем к тебе. Все, я убежал. Иди ты гуляй, этот дружочек. Да блин, хороший, я запутался. Да тебя воняет говном. Да а нет, это в подвале или нет? Нет, да, в подвале. А, да. Точно. Куда ты делся? Я тебя потерял. Я убежал. Иди ты в задницу. Я думаю, кто еще там ползет? Дима? Нет, это Фредди. Нашел у меня, блин, все-таки говнюк. Ходил, блин, по пятам. Это да? Ж надо, такая карта запутана, он тебя нашел. Тут ну. Типа решетки, они так мешают, я бы его сейчас убил. А это там где-то эти полочки, да, постоянно? Он тут где-то ходит. Серега. В текстурах я знаю, где Серега. Ты читер. Нельзя. Тайм-аут. О, я нашел игрока. Я человека вытащу. Вот. Убил? Подождите, я человека вытащу. Это меня не убивайте сейчас, я вытащу его. Все, вытащу. Я ухожу. Так, я увидел одного игрока. Я за ним лезу. Давай, Дима, напиши. Лезу. Даться. Ты чё предметы ставишь, подлец? Проблок, фу. Тогда проблок. Ты. Ой, кто это бахнул? Ай! От меня не уйдешь. Я убийца игроков. Ого, этот расквасил его. Ты где, живой еще? Я живой. Я вместе с аниматрониками буду вас мочить всех.
Давай, а где? Куда он ушел? Так, 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 сюда, сюда, сюда. Я готов его убить. Слева? Блин, да где он? Дима Киборг убийца. Не, не получилось. Вот тут он, вот тут он, вот тут он. Может, он подожди, мне кажется, он тут должен быть. Он внизу, он внизу. Внизу? Есть! А, что есть? Был... В попе шерсть. Пум. Кто-то упал тут. А, это я. И чё? Так, 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 чтоб не застревать. Да блин, он втик. Кто? Стрелок убежал. Хорош, чел. Молодец, я тупо его не смог найти. Потому что он предметы начал ставить. Хорош, хорош, правильная тактика. Да что же это неправильная тактика, Серега, чтоб ты понимал. А ты ломай предметы. Ломай. Возьми из FNAF 4 и жри пропры. Паровылопы. Сдаешься, Дим? Нет. Я никогда не сдамся. А зря. Хорошо, я беру план Б. Я беру аниматроника, который бьет на расстоянии. Серега, ты меня разрушил. Это нечестно, да? Да. Хорошо. Но это же честно. Это, если это нечестно, это мы это так, иначе я делаю все правильно. Хорошо. Короче, через 5 минут меня Дима не находит, я пока что ставлю бомбу. Давай тогда, давай хотя бы не 5 минут, 3 минуты. 3 минуты? Хорошо, я таймер... А ты в пиццерии? Конечно. Вот и говно. Да блин, я в текстурах застрял. Я поставлю спасибо. Классическую бомбу от HB Bombs. Это Ментос с Кока-Колой, Дима. Да подожди, только ж не спеши, я еще тебя ищу. Не-не-не, я пока что просто поставлю. Да-да-да, ты в подвале ее ставишь или где? Дай хоть подсказку, чтоб я знал, где искать. Я ее ставлю в пиццерии. А в подвале или на первом этаже? Ну, на первом. Погоди, она что-то не ставится. Дима, ладно, я тебя понял, я тоже сейчас. Я хочу найти этого подлеца. Где он? Где понял, Дим? Есть! Есть! Так нечестно, Дима, так нечестно. Ну, сейчас скажи, Серега, ты победитель, ты выиграл. Я реально. Ну хоть так найти, но на самом деле это было нечестно. Ну, ребята, Серега победил. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. На всем отличного настроения и после мои ролики еще. Ух ты, я хотел сказать, я живой остался. Ого, забор, смотрите, что с забором, его глюч. Моя бомба взорвалась. Ой-ой-ой. Кто это спамит? Я сейчас забаню его.